Ну, я думаю, очень хороший матч был. Имеется в виду во всех и переходных фазах, и в атакующих, и оборонительных действиях. Мы, естественно, против классной команды, которая претендует на выход в НЛ, играли вторым номером, пытались искать шанс на контратаках. Конечно, не все у нас получилось, как мы хотели. Но и тем не менее, я думаю, эту игру надо занести нам в актив, так как мы давно уже не показывали, имеется в виду, бойцовские качества. В последнее время мы вообще развалились, проигрывали подряд игры. Но в этой игре сам антураж настроил ребят, по большому счету. Это больше заслуга великолепного стадиона. Поле самое лучшее, искусственное, во всяком случае, в моем понимании здесь. Болельщики, вот эта вся атмосфера, антураж ребятам дала мотивацию, и они с удовольствием выкладывались. Ну, конечно, класс команды хозяев чувствовался. Они где-то индивидуально и в тактическом плане где-то чуть, может, действительно поинтереснее было. Моменты, в принципе, тоже они создавали больше. Но, тем не менее, я думаю, что мы тоже занесем эту игру в актив. Мы поблагодарили ребят, потому что вот так, если мы бились в тех играх, которые мы безвольно проигрывали, у нас очков было намного больше. Скажите, пожалуйста, вот в первом тайме команда ваша гораздо увереннее смотрелась в обороне, переход в атаку получалось быстро довольно, а второй тайм как подменили. То есть, много стало не получаться. Моментов армавиру создать. Я думаю, это больше армавир добавил, чем мы где-то сбавили. Потому что класс игроков армавира, он выше. И поэтому армавир нужно брать очки были, потому что последние неудачи, я считаю, игры, которые они играли, ничего, это действительно неудача для команды, которая презентует ФНЛ. Поэтому армавир добавил, естественно, класс, уровень мастерства наших игроков ниже. Естественно, где-то в каких-то позиционных местах, там, при переходных фазах мы проигрывали эти моменты. Поэтому это больше заслуга армавира, чем где-то мы потерялись. Я думаю, мы, в принципе, как играли, так и играли. Просто чуть-чуть армавир более чуть добавил, поэтому вот немножко перевес чувствовался у армавира. Тем более, когда мы сейчас последние, после гола, мы попытались, если вы видели, мы на 3 защитника перестроились, 2 нападающих, 3-го вы выпустили. Поэтому где-то уже здесь в конце уже больше у армавира моментов. Эти прострелы проходили. Повезло нам, что несколько мячей, которые они могли забить. Я думаю, что в принципе болельщики должны быть довольно хорошая игра со стороны обеих команд. Ну, класс, он есть класс. Потому что Мерседес чуть лучше, чем наша Лада. Ну, эта игра мне, честно говоря, напомнила игру с биологом. То есть создали уйму моментов на первых же минутах. Там 2 момента они забили. И, в общем, по игре мы, наверное, создали там, раз десяток моментов, с которых нужно было забивать. Но, тем не менее, не смогли реализовать, забили один гол с пенальти, с игры не получилось. Ну, я это связываю, в первую очередь, конечно же, с нервозностью такой. Торопились, понимали, что до этого 3 игры сыграли неудачно, хотели реабилитироваться перед болельщиками за потерю очков. Поэтому такое напряжение было в раздевалке перед игрой, в перерыве. Чисто в психологическом плане была сложная игра, поэтому последний момент не могли реализовать. Создали-то очень много. В принципе, по игре-то вопросов больших нету никому.